Меня зовут Никита Антонов, мне 8 лет. Я хочу рассказать о моем прадедушке, о парне Викторе Ивановиче. Он прошел всю войну, был несколько раз ранен, но снова возвращался в строй. На фронт пошел добровольцем, призывался из Кисловодского военкомата, где в то время работал. Служил в сухопутных войсках. За боевые подвиги награжден орденом Великой Отечественной войны и медалями. Все документы о моем прадедушке переданы в музей при Кисловодском военкомате. Я благодарен моему прадедушке за мирное небо над головой. 9 мая я обязательно пройду в бессмертном полку с фотографией моего прадедушки.